Кино на ТВ Рус. Со Стасиком беда. Он лежит в реанимации и не уначисто отшибла память. Он, оказывается, живой, только ничего не помнит. Звонила Надежда. Она сказала, что он... Стас убили. Он жив. Он лежит в больнице. Из маменькиных сынков не получается бизнесмена. А почему вы решили развестись? Надоел. Бывает. Стас. Ты все вспомнишь, я помогу тебе. Да придуривается он, клоун, придуривается, чтоб бабки не отдавать. Сны вам снятся? Страшные. Скажите, вы хорошо с ним жили? Мы были на грани развода. Есть вероятность, что он вообще никогда ничего не вспомнит? Вспомнит. Почему ты поехал ко мне? Я чувствую, что кого-то очень сильно люблю, но кого я не помню. Ольга Погодина в фильме «Рассмешить Бога». Воскресенье на ТВ Рус.